Мне кажется, так как жду осень я, никто ее не ждет. Потому что, ну, оказалось, что я не переношу такую жару, хотя раньше я всегда просто обожала лето, но сейчас просто не мой формат. Я в основном прячусь дома, сижу под кондиционером, что я никогда раньше не делала, я вообще терпеть не могла кондиционеры. Вот сейчас просто 33 градуса, это еще температура упала на пару градусов, завтра 37. И сегодня я хочу просто выпить с вами винишко и поболтать, и рассказать... А можно вообще говорить, что я пью? Нет, это не вино, это гранатовый сок. В общем, сегодня я хочу поболтать с вами про свои покупки. Я предлагаю сразу начать. Фу, какая гадость, правда. Итак, первое, что хочу вам порекомендовать, это сухой шампунь от Сьос. На самом деле, из-за того, что я отрезала челку, я сейчас экспериментирую с сухими шампунями, пробую разные, потому что я не хочу каждый день мыть челку, но если этого не делать, то она становится какая-то жирная, противная, сальная, и сухие шампуни в этом плане очень выручают. Вот Сьос мне, кстати, понравился, ну, наверное, больше всего, если говорить про масс-маркет. Да, у него есть косяк, если его плохо взболтать, то он обязательно поставит белое пятно, но при этом он как-то классно работает в целом, поэтому я закрываю глаза на его вот этот вот недостаток. В принципе, могу вам его посоветовать, и взамен от вас тоже жду какой-нибудь классный сухой шампунь, только не слишком дорогой, желательно что-то из масс-маркета, и если он супер классный, то может быть не дороже 1000. Про следующую вещь, по-моему, я вам уже рассказывала, это увлажняющий лосьон для тела от Saint Morris. Я вам уже все уши прожужжала про этот бренд в плане автозагаров, я пользуюсь их автозагарами, они обалденные, лучшие на данный момент, и я вообще в этом году на солнце не бываю и спасаюсь исключительно их автозагаром. И вот эта вот штучка, просто увлажняющий лосьон для тела, о боже, как же классно он увлажняет. Вот у меня ощущение просто, что в мою кожу под давлением впрыснули кучу воды, и к тому же он очень быстро распределяется, быстро впитывается и обалденно пахнет чем-то таким нежным. И аромат очень напоминает какой-то, не знаю, запах курорта. Следующая вещь, мне кажется, все девчонки такими пользуются, это спрей для волос а-ля 15 в одном. Да, это так и называется, 15 в одном. Первый раз попробовала, и что конкретно про него могу сказать? Неплохой. Знаете почему? Потому что он действительно спрей. То есть там не крем какой-то выпрыскивается, а такая воздушная вуаль, что-то типа миста, и от этого спрея действительно блестят волосы. То есть он, правда, придает блеск, и к тому же он их сглаживает. То есть если у вас есть проблема с, ну, знаете, когда они пушатся от расчески, как это называется, электризуются, вот, если у вас электризуются волосы, то вот эта вот штука вам может зайти. Я как бы иногда в течение дня могу так дополнительно попрыскать и, например, там подтянуть волосы щипцами или просто расчесать расческой, и все выглядит гораздо лучше. Единственное, что если очень много набрызгать, прям, ну, переборщить, то блеск будет похож больше не на блеск волос здоровых, а на то, что вы их давным-давно не мыли. Так что не повторяйте моих ошибок. Буквально 5 нажатий на все волосы вполне хватает. И лучше, конечно же, не прыскать на прикорневую зону, а просто распределять по длине. Следующая вещь тоже вам показывала, но еще раз хочу показать, потому что я ее обожаю. Это термозащита от Global Hair Keratin. Я покупаю в таких полупрофессиональных магазинчиках в офлайн, но можно и онлайн заказать. Я не знаю, надо поискать, кстати, на Озоне, потому что неохота мне никуда мотаться. В чем фишка этой термозащиты? Даже если вы вымыли свои волосы мылом хозяйственным, вы не нанесли ни бальзам, ни маску, ничего, и потом вы нанесли вот эту вот термозащиту и с помощью фена высушили свои волосы, они у вас будут, ну, максимально гладкие, насколько возможно. Если вы перед выпрямлением утюжком этой термозащитой воспользуетесь, то у вас волосы будут просто как с картинки. Эффект ламинирования, я бы вот так сказала. Следующая моя находка, она прям для ленивых. Это вот такой шампунь от Велле. Он, с одной стороны, очень легкий и совершенно не утяжеляет
оставляет волосы, а с другой стороны он супер мягкий и похож как бы на два в одном, то есть шампунь-кондиционер, и после мытья этим шампунем волосы не такие, как в соломе, супер промытые, а такие очень мягкие, очень нежные, такие, ну, напитанные, уплотненные, но при этом совершенно не грязные, то есть какой-то идеальный для меня шампунь, и также у него потрясающая кремовая консистенция, то есть когда моешь им волосы, прям стоишь такой, балдеешь в душике. Так что, если ищете какой-нибудь повседневный шампунь с хорошими очищающими качествами, и чтобы у вас потом волосы были сразу готовыми к выходу, можете обратить внимание. Следующая вещь, боже, это пушка. В общем, я в Инстаграме закидывала удочку и у девчонок спрашивала, есть ли какое-то средство, которое можно наносить на лицо, и чтобы это было как и увлажняющий крем, и как хайлайтер. Ну, мне много чего, конечно, насоветовали, и дешевого, и дорогого, и среди всех советов был вот такой вот совет. Это Organic Kitchen, это коллаборация с Машей Новосад. Я у нее 100 раз это видела в Инстаграме, она как-то там показывала, что кожа у нее блестит, и я решила купить, потому что стоит всего лишь 300 рублей. О, господи, знаете, что это такое? Я даже не могу объяснить. В общем, это как бы увлажняющий крем, в который напиханы все блестки этого мира, причем это супер деликатные блестки, и это можно наносить не только на лицо, но и на тело, и вообще куда тебе угодно. Я, например, иногда, когда мне не хочется краситься, но при этом хочется, чтобы у меня лицо выглядело таким свежим и, ну, скажем так, накрашенным, я просто бабахаю это все на лицо, распределяю как крем, одновременно и такое легкое увлажнение, и супер-супер сияние. Если вам нравится такая тема, можете попробовать, но сразу скажу, что это не для консервативных людей. Нет, это вот что-то такое, знаете, поиграться, быть похожей на фею и а-ля ТикТок. Ну а теперь давайте перейдем к одежде и сразу приготовьтесь к чему-то такому уютному и согревающему, потому что у меня уже довольно-таки много одежды на осень. Я сделала большой заказ в AIMCLO, мне пришло аж две посылки, потому что первые посылки было летнее, а потом я как бы чухнулась, и у меня уже была осенняя посылка. И с вашего позволения очень хочется начать, на самом деле, с осенней одежды, потому что мне надоела жара. В общем, первое — это вот такой вот потрясающий кардиган, господи. Мне очень, кстати, нравится концепция бренда AIMCLO, потому что они такие сдержанные, без какого-то вот этого хайпа, и у них такие модели, которые, знаете, на века, то есть если ты ее купишь, она тебе прослужит очень-очень-очень долго, потому что это такая правильная база, плюс у них очень хорошее качество и очень качественные материалы, поэтому если вы будете правильно за этим ухаживать, эти вещи останутся с вами надолго, и плюс они будут всегда актуальны. Концепция этого бренда — это однозначно мое. В общем, первое — это вот такой вот уютный кардиганчик, довольно-таки крупные вязки, у него потрясающие контрастные пуговки, и также два кармашка. Я обычно такими кармашками не пользуюсь на таких вещах, чтобы, не дай бог, не растянуть, но, в принципе, эта вещь от этого должна быть защищена, потому что здесь хороший состав. Так, куда-то я бирочку уже отрезала. В общем, здесь 50% акрил и 50% шерсть. На самом деле, сейчас в масс-маркете редко, когда найдешь такой состав, так что, кто мерзнет, обязательно присмотритесь. Вторую вещь я уже выкладывала в Инстаграм, и меня директ потом завалили, типа, откуда, откуда, скажи, откуда. И вот оттуда, это тоже AIMCLO, и это прям, знаете, такая какая-то французская тема. Вот, девчонки, у кого челка? Вот такой вот принт в красную полоску, он настолько гармонично к этой челке подходит. Для меня большой плюс этого свитера, помимо его визуальной составляющей, в том, что он сделан из хлопка. То есть это хлопковая вязка, соответственно, это история на весь год. Хочешь в прохладное лето носи, хочешь осенью, хочешь зимой, хочешь весной. То есть всегда тебе в этом свитере будет комфортно, потому что это хлопок. И последняя вещь из этого осеннего заказа, это вот такой небесно-голубой свитер-водолазка. Здесь тоже 50% шерсти, то есть осенью и зимой точно не будет холодно. И почему именно голубой? Потому что, знаете, у меня как-то на осень, и вообще у многих людей на осень очень много какой-то такой темной одежды. Серое что-то там, я не знаю, темно-зеленое, темно-бордовое. И мне кажется, из-за этого немножечко портится настроение, и иногда хочется
так, знаете, красок добавить для того, чтобы это настроение поднять. Я прям представляю вот этот вот свитер, белые джинсы, кеды и сверху пальто, которого у меня еще нет, но надо его заказать или купить, именно какое-то однотонное нейтральное пальто. Вот, у меня уже в голове так, знаете, фантазия разыгралась. Так что вот, еще одна теплая вещь на осень. Ну и теперь давайте покажу новые вещи, которые я ношу уже сейчас, не дожидаясь холодов. Но, в принципе, в своей голове я представляю, что их можно адаптировать под любой сезон и комбинировать, и многослойность никто не отменял. В общем, первое — это вот этот вот топ, он вязаный, он бомбический, он супер актуальный, при этом он сдержанный по фактуре и цвету, но... С другой стороны, он такой очень даже с огоньком. Мне как раз-таки нравятся такие вещи, которые, как бы, с одной стороны, они такие кажутся базовые, простые, а с другой стороны, очень даже с изюминкой или с таким большим изюмом. И я к этому топу в комплект взяла также низ. Можно было не брать, но я взяла это вот такие вот шортики. О, господи, девочки, как в них обалденно смотрится пятая точка. Это просто что-то с чем-то. На 500 позиций поднимается моя самооценка, когда я вот в этих шортиках. Пока я снимала вам это видео, прямо только что у меня появилась еще одна вещь. Я вам ее напоследок оставлю, потому что это совсем не косметика и совсем не одежда. А пока давайте продолжим про одежду. Еще также в заказе AM Clo был вот такой вот топ, безумно приятный, белый. Ну, это чисто такая классика, база на все времена. Здесь в составе эластан и моя любимая вискоза. И топ этот сделан как лапша. И, девчонки, кто любит ворот к горлу, вот так вот плотно прилегающий, и подчеркивать плечики, это однозначно ваш вариант. Мне очень нравится такой формат топов. И там были также еще в черном цвете такие топы, и еще, по-моему, в каком-то, но я решила полностью свой гардероб черным все-таки не забивать и остановилась на белом, потому что все-таки это альтернатива и белой базовой футболке, и белой базовой майке. То есть вот совсем что у меня есть в гардеробе, я спокойно могу сочетать этот топ. Следующее, что хочу вам показать и очень порекомендовать, кто любит расслабленный стиль. В общем, я собрала комплект, но эти вещи продаются по отдельности. Это рубашка в пижамном стиле. И я сначала боялась ее брать, потому что я думала, что это действительно может быть похоже на пижаму, но это оказалось настолько мой формат именно в плане рубашек, потому что у меня с рубашками какая-то натянутая такая, не знаю, ситуация, потому что иногда, когда я надеваю рубашку, я становлюсь похожа на учительницу, такую строгую вот тетку какую-то. Здесь такой фасон рубашки, он прямо настраивает тебя на какую-то расслабленность. Это все выглядит, будто бы ты на отдыхе, струящийся материал. И к этой рубашке также идут пижамные брюки. Я такие брюки обожаю, у меня есть похожие только из... вискозы голубые и вот эти вот черные хлопковые. То есть получается такой целый костюм. Супер. Тоже жду, когда будет прям так сильно похолоднее, к тому же со всеми этими вещами, ну, с рубашкой точно, можно создавать многослойные образы, а вот эти вот брюки идеально подходят под все оверсайз свитера. И последнее, что было в моем заказе AM Clo не из теплых вещей, это вот такая вот бежевая, 100% хлопковая рубашка. Она у меня после стирки, потому что я ее уже довольно-таки давно ношу, она с коротким рукавом. Потрясающий фасон, потрясающий дизайн. Классно эта рубашка смотрится с велосипедками. Если они у вас есть, это прям супер-пупер эффект будет. Это прям друзья навеки. И также, в принципе, с любым низом, например, опять же, с моими белыми джинсами, выглядит просто обалденно. И еще мне, кстати, нравится вот эту вот рубашечку накидывать на, например, вот такие вот топы. То есть это дополнительный слой, и в такую жару можно хоть, ну, какую-то многослойность делать. И последнее, что хочу вам показать, это супер огромная футболка оверсайз. Это вообще унисекс футболка, так что можете либо себе заказать, либо, например, своему парню, либо можете одну на двоих заказать и гонять в ней. Это бренд Noumi, здесь вышивка, и фишка футболки, конечно же, в ее качестве, она супер плотная, и у нее начинка
я не знаю, просто выше всяческих похвал. Там еще было куча разных цветов, но я подумала, что надо взять бежевый, потому что бежевый – это новый белый, это новая база, и у меня сейчас довольно-таки много бежевых вещей в гардеробе, и они на мою радость, у меня муха в кадре летает, в общем, на мою радость эти бежевые вещи прекрасно сочетаются со всеми остальными цветами. Что ж, мои хорошие, мне хочется сейчас показать вам последнюю вещь, которая попала мне в руки только что, я очень сильно о ней мечтала, и девчонки меня, наверное, сейчас поймут, и вообще все люди, которые любят чистоту, меня поймут. О, господи, у меня теперь в дополнение к моему роботу-пылесосу, который каждый божий день трудится в моей квартире, есть вот такой вот полностью беспроводной пылесос от Xiaomi. Господи. Я рынок пылесосов беспроводных изучила довольно-таки хорошо, начиная от самых бюджетных и заканчивая прям самыми дорогими. Очень много отзывов хороших именно на Xiaomi, и о таком пылесосе, конечно же, я, ну вот прям мечтала, плюс я пробовала этот пылесос у подруги, и сейчас между кадрами я тоже гречку рассыпала, всю ее запылесосила, прямо побалдела. Скажу так, если у вас есть детки, если у вас есть животные, если вы любите просто чистоту, если вы часто готовите и, ну, что-то, да, рассыпается, то однозначно такая вещь принесет много радости в вашу семью, в вашу личную жизнь и облегчит, самое главное, эту жизнь, потому что не надо ничего в розетку вставлять. У вас всегда под рукой этот агрегат, вы нажали на кнопочку, он супер мощный, все, быстро спылесосил, не надо никакие провода разматывать, потом что-то убирать. Здесь еще также есть такая штука, которую можно на стенку прикрутить, и ваш пылесос всегда будет в таком удобном доступе висеть на стене где-нибудь, может быть, в ванной или в кладовке, или в коридоре, где угодно. В общем, если вы думаете, нужен ли вам беспроводной пылесос, нужен. Я, блин, тут как это, fly lady. Слушайте, я хочу пылесосить просто. И да, на такой ноте буду с вами прощаться. Немножечко сумбурное видео получилось или нет, не знаю, напишите мне в комментариях, но у меня сегодня вот такое настроение, и я подумала, что нет смысла изображать из себя сегодня какого-то там, не знаю, супер строгого человека. Просто хочется быть с вами самой собой. Оставляйте свои комментарии, если у вас есть какие-то вопросы ко мне. Также можете оценить это видео пальчиком вверх или пальчиком вниз, в зависимости от того, зашло вам или не зашло. И да, огромное вам спасибо, что были со мной до конца. Помните, что вы самые лучшие. Я вас очень сильно люблю и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Смотрю, мама.